Человек издавна интересовался вопросами мироздания. Часть этой тайны была приоткрыта нашим земляком Вячеславом Мухановым, который сейчас живет и работает в Германии. Сегодня в Чебоксарах прошла встреча с ученым-космологом, на которой побывала и наша съемочная группа. Научной работой будущий профессор начал заниматься еще на третьем курсе Московского физико-технического института. В аспирантуре он написал первую диссертацию на тему науки космологии, на тот момент еще полумифической. Сейчас Вячеслав – профессор университета в Мюнхене. В Чувашию он приехал к родственникам. В 92-м году я уехал из Москвы, думал, что на 3 года в Цюрих для того, чтобы пополнить свой семейный бюджет, но, как оказалось, навсегда. И после этого, там, через 6 лет, в результате конкурса я получил позицию в Мюнхене. Несмотря на всю сложность этого раздела науки, слушателей на встрече собралось немало. Мероприятие прошло в интерактивном формате. Все желающие задавали вопросы. И вот, в частности, ответ на вопрос, почему галактики стабильны, потому что у них еще в 5 раз больше темной материи, которая скучена тоже в галактике, по сравнению со всеми этими звездами. Я сам буквально год назад исследовал, интересовался астрономией, участвовал в олимпиадах по астрономии, в региональных и всероссийских олимпиадах. И мне достаточно очень было интересно послушать данного лектора. Вся важность научных исследований не нуждается в объяснении. Нет необходимости объяснять и тонкости теории космологии. Приятно, что этим занимается наш соотечественник. Алексей Табинов, Игорь Зверев, Республика.